В Давосе открывается 49-я сессия Всемирного экономического форума. Его повестка фундаментальна – формирование глобальной архитектуры век 4-й индустриальной революции. Элиту мировой политики в этот раз представляют канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Японии Синдзо Абе. Британский премьер, американский президент и лидер Франции от поездки отказались. Тереза Мэй, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон пытаются вывести правительство своих стран из кризиса. Как справедливо заметили экономисты, отсутствие гостей из США позволит Давосу не отвлекаться на политику сверх меры, как это было в прошлом году. Российскую делегацию возглавляет министр экономического развития Максим Орешкин.